Передача Украине немецких дальнобойных ракет «Таурус» вновь обсуждается на Западе. Британия предложила свою схему поставки оружия, а некоторые эксперты считают, что вопрос передачи и вовсе уже решен. В СМИ план англичан уже прозвали «круговые поставки». Идея заключается в том, чтобы Германия передала свои «Таурусы» в Лондон, а британцы взамен отправят в Украину ракеты «Шторм Шэдоу». «Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами, поэтому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине». Такая схема, с одной стороны, пополнит запас дальнобойных ракет в Украине, а с другой стороны, обезопасит Берлин от придуманных им же угроз. Они боятся, что если мы будем использовать дальнобойные ракеты «Таурус», что Германия становится уже полноценным участником войны, тогда они как бы имеют право наносить удары по территории Германии. Вот объяснять, что мы не собираемся этого делать, но это будут слова против слов. При этом в британском МИДе подробности ракетного обмена решили не раскрывать, чтобы дословно не сообщать оппонентам, что мы задумали. В этой фразе аналитики усмотрели сразу два намека. Во-первых, говоря о «Шторм Шэдоу», многие забывают о ее морской модификации MDCN. Принятая на вооружение лишь в позапрошлом году, она имеет дальность поражения более 1000 километров и практически не уступает «Таурусу» по разрушительной силе. Эти ракеты отличаются только дальностью полета. Вся остальная боевая часть, тактико-технические возможности, боевые возможности у них довольно похожи. Во-вторых, говорят эксперты, не стоит забывать слова Кэмерона относительно того, что британцы верят обещаниям Украины. Если Генштаб обяжется дальнобойные ракеты по России не применять, этого будет достаточно. А с такой позицией «Таурусы» получить от англичан будет гораздо проще, чем от немцев. И подобные соглашения уже вполне могут быть подписаны. Никто не говорит о том, что ракеты «Таурус» у нас появятся завтра. Просто еще вчера или там позавчера разговор был о том, что у нас вообще эти ракеты нет. Теперь уже решенный вопрос, что эти ракеты у нас будут, ну, через какое-то время. Понятно, что это процедура, видимо, какие-то бюрократические даже действия, передача замены одних на другие. При этом в Бундестаге после провального голосования за отправку Украине ракет решили этот вопрос поднять снова, сообщает парламентский секретарь Торсен Фрай. По его словам, передачу «Таурус» повторно рассмотрят уже в этот четверг, 14 марта.